Всем привет! Мы находимся в Black Star Shop. Рядом со мной стоит Светлана. Всем привет! Отлично. Мы закончили съемку в магазине Black Star Shop. Сейчас мы направляемся в Парк Победы. Сзади тебя идут люди, где будет проходить массовая фотосессия. Массовая фотосессия — это такое мероприятие, при котором собирается куча моделей, куча фотографов, и все друг друга фотографируют на бесплатных условиях. Эти фотосессии проводятся у нас в городе часто. Тематика данной фотосессии, на которую мы сейчас идем, — это стиль пинап. Мы направляемся туда. Мы в нашем парке Победы, ну иди на ипподром. Ипподром — это где лошадки скачут. Привет, привет. Сейчас прошел уже час фотосессии, это проходит все. Да все нормально. Да нет, идите. Да идите. Юль, не слушай, она же женщина, проходи. Все проходит очень интересно. Здесь есть мотоциклы, значит, машинки, качельки. Гамак. Гамак. Собачки. Кролики. Уже почти мертвый. Да, как впечатление. Все клево. Точно? Да. Все понравилось. Все понравилось. Мне все понравилось. Мы сейчас находимся на Солдате. Это в центре нашего города. И здесь, ребята, каждый из вас представляется. Давид. Сюзанна. Как? Сю. Савелий. Они были вынуждены нас подождать, потому что мы участвовали в фотосессии массовой. Вы долго нас ждали? Да, это было невыносимо. Но я дождался. Я минут 40. 30. И тут я застыдился. Пошел второй день нашего видеовлога. Видеовлога, блядь. Вчера было воскресенье, значит, сегодня понедельник, и сейчас мы находимся... Это можно назвать за городом? Можно назвать загородом. Это можно назвать загородом. Беспутские поляны это место называется. С нами опять Лёша, который... Лёха, ты смотришь это видео, привет, Лёха, ты классный. И он нас сюда подвозит. Татьяна. Алёна. Очень приятно, Николай. Нравится ли вам это местечко? Нам очень нравится это местечко. Отличное место, шикарный вид. Ветер, тёплый, лето. Да. Мне тоже очень нравится. Всем привет! Сегодня уже третий день нашего видео. Сегодня мы снимаем ставропольского видеоблогера, которую зовут Лера и Клера, ее погоняла, и ее подружку Соню. Ссылка на канал Леры будет в описании к этому видео. Так, а за нашими... Точнее, уже за моей спиной все те же красивые места Ставропольского края. Они так прекрасны. Эти поля. Привет всем, я Лера Эклера, и я счастлива, потому что мы снимаем видео хэппи. Мальчики под вечер устали, заставили меня говорить. Я врубил! Мы сейчас забрались здесь на какой-то холм, утес, где ночевала тучка золотая, и это просто фантастика, что с одной стороны там Сенгелеевское водохранилище, там водоемы всякие разные, солнышко оттуда сейчас будет садиться, и что с другой стороны, вон там, в той стороне уже город, Ставрополь, в той стороне тоже какой-то водоем, я не знаю, что это, кстати. С той стороны вообще... Калифорния, холмы Калифорнии. В
Вот и подошел конец нашего трехдневного видеоблога. Коленька говорит: до свидания. Я говорю: до встречи.